большими так, вчера, намазами. Вчера мы положили жидкие обои P10 Машхат Престиж одним слоем. Но если присмотреться, то слой получился не совсем однородный. Есть большие разрывы. Вообще. Их прямо невооруженным глазом, если мы возле стенки находимся, их видно. В общем, из-за чего может быть такая причина? В чем? Я склоняюсь к тому, что это из-за того, что из-за подложки, в которой мы использовали PF-115 алкидную эмаль, из-за того, что они скользили при высыхании. Вот. Второй вариант причин может быть заключаться в том, что, возможно, структура слишком мелкая у жидких обоев, плюс ко всему здесь недостаточно клея КМЦ связующего, который при нанесении вот, и при скольжении по поверхности образует вот такой эффект. В общем, попробуем опытным путем установить. Ну, хотя на общий эффект, конечно, как бы это влияет, но не так сильно. Издалека, если не присматриваться, этого не видно. Ну, я думаю, что специалисты сталкивались с такой проблемой. Кто что думает, напишите.